вопрос. Почему я настолько неинтересен, что со мной не хочется проводить время тет-а-тет? У меня была лет 5-6 назад девушка, мы с ней встретились, я сделал свое мужское дело, был крайне доволен, потом он захотел со мной встретиться еще раз, и она мне сказала, ну, пожалуйста, пообщайся в этот раз со мной побольше. Что я ей ответил? Когда ты сделаешь так, что мне будет интересно с тобой общаться, я это буду делать без твоей просьбы.